яйца едем, кот. Сегодня у нас такой пациент со сложным переломом осколочным. И мы его привезли на операцию. Сейчас ему будет проделана операция, но что там будет, неизвестно. Скорее всего, ампутация, судя по рентгену, перелом таза. Но все-таки врач очень хороший, и я думаю, надежда какая-то у нас есть. Ну, то есть вариант. Посмотрим. Так что поддержите кота мысленно, пожелайте ему удачи. Давненько. Давненько сколько? Ну, дня 3, наверное, назад. Ну, это не так уж давненько. Давненько это когда приезжают, через 2 недели говорят. Вот это давненько. Ну, не могу сказать, сколько давненько. Ну, он у меня дня 3. Ну, давай посмотрим. Агрессивный кот? Ну, возможно. Дает смотреть себя? Сейчас посмотрим. Ну, вроде такой спокойный. Вылазь, киса. Ну, давай, выходи. Сейчас его. Ага, ну да, конечно, как она вот, вот она ходит, да, неестественная подвижность. Ну, так щекот. На левое наступает, это хорошо. Ну, наступает, да. Дай-ка мне его сюда. На левую заднюю есть хвост, работает, супер. Все. Вставляем. Сейчас тогда делаем укол, засыпает и занимаемся. Перелом раз, оскольчатый, перелом два и перелом и вывих вот здесь. А таз у него не сломан? У него смещение таза вот здесь вот за счет смещения вот этого сустава, вот здесь вот на данный момент. Видите, перелом лунной кости. Вот это не трещина. Это перелом верхлужной впадины, я вам не сказал, по правой стороне. Вот. Достаточно сложный перелом, ну все реально сделать. Будем стараться все, чтобы у нас все получилось. Операция прошла успешно, котик наш уже проснулся, вот, пытается уже убежать, не хочет долго лежать на одном месте, вот, лапу собрали, все там хорошо получилось, сейчас покажем рентгеновский снимок, как у нас это вышло. Вот что значит рука набита. Да. Ну вот, постарались сделать максимально в том положении, как должна была быть косточка, на том снимке видели, как было, ну а теперь как стало. Коту повезло. Надеюсь, теперь будет все нормально, все восстановится, как должно быть. Пройдет какое-то время, где-то от 2 до 3 месяцев, и можно будет импланты достать, если они будут мешать ему. Если не будут мешать, он может с ними прожить всю жизнь, спокойно наступать, ходить не хромая. Или незначительная хромота, но однако теперь кот сможет пользоваться конечностью, как и раньше. На дерево запрыгнем. Да. Ну все, теперь ждем выздоровления, где-то от 2 до 3 месяцев до полного сращения надо. Ну хорошо. Пожелаем здоровья. Ну что, Дим, резюмируй. Резюмируй. А что резюмировать? С мира по нитке. Первая в России бесплатная медсанчасть. Санчест рулит.